хорошо, что президентом действительно подписано решение, которое воистину ставит вот этот праздник одним почти из главных праздников, поскольку любовь, семья и вера – это тот фундамент, на котором и строится вся наша с вами жизнь. И не зря говорят, крепкая семья – крепкое государство. И пронести вот эту любовь через годы – это тоже многого стоит. Вместе радуются, когда вместе скорбят. Будьте примером для них и учите их, как надо жить, любя друг друга. С праздником!